Я нашел новые круглые ямы в Майнкрафте! Здесь у нас такие интересные монстры! Давайте посмотрим на них! Привет! Я повар-обезьяна! Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды! 1, 2... Дорогие друзья, с вами я, Зомбак. Сегодня мы посмотрим на новые круглые ямы в Майнкрафте. Давайте выберем, какую же из этих ям мы сегодня посмотрим. Ну а вы поставьте лайк прямо сейчас и не забудьте подписаться на мой канал. А мы начинаем, друзья. Итак, смотрите, какие у нас тут ямы имеются. Это Ванесса, аниматроник, Хаги-Ваги, человек за окном, кстати, новый монстр, который вам очень понравился. Это мопс, гусеница и солнце и луна. Так, я предлагаю выбрать вот эту яму. Она потому что алмазная, во-первых. Я думаю, мы тут нафармим алмазиков себе. Алмазы это хорошо. На них можно себе новый iPhone купить. Ну и этот монстр был очень крутой. Я думаю, мы посмотрим на него еще раз. Ну что ж, погнали! Так, ребяточки! Ой, ты что, ты кто такой? Вон он, ребята, человек за окном! Я его наконец-то увидел, так. А ну, пошел прочь! У-у-у, куда полетел? До свидания. Так, я так понимаю, мне надо вон туда куда-то пройти, да? Ладно, сейчас попробуем. Ай-яй-яй, главное не упасть самому вниз. Потому что что-то высоковато прыгать. Так, попытаемся их всех поскидывать, короче. Опа, отлично. Перепрыгиваем. Здорово, здорово, чучело. На, лети вниз давай. Так, отлично, скидываем, скидываем. Привет. Здорово. Ты, ну-ка, брысь отсюда. Не буду я с тобой разговаривать больше, ты страшный. Так, ты тоже давай лети. Отлично, слушайте, довольно неплохо получается у нас проходить испытание. Главное не улететь вниз, иначе будет очень обидно. Так, сразу, оп, ах, найс, друзья. И последний остался. Бамс, найс. Там еще что-то, кто это там? Вы их видите? Ребята, кажется, нас что-то там интересное ждет. Так, давайте наденем, ребят, на себя вот эти алмазные доспехи. Смотрите, я теперь какой крутой. О, в алмазке. Так, отлично, открываем двери. Опа, здорово, здорово, розовое чучело, привет. Это что, мам, длинные ноги, что ли, такая маленькая стала? Привет, привет, я давно тебя не видел. На, тебя получай. Давай драться, ты меня укусишь? Ты меня укусишь? Нет? Ты тут застрял, что ли? Ну ладно, застрял и застрял. Мне даже лучше. Так, как отсюда выбраться? Ух ты, ё-моё, чучел какие-то. Страшненько тут, страшненько. Так, чтобы открыть железную дверь, мне нужно... Нужен пароль. Нужен какой-то пароль. Слушайте, там какие-то демоны темные меня встречать будут. Ладно, окей, я сейчас к вам приду. Так, что тут? Стрелочки какие-то, стрелочки, стрелочки. Идем по стрелочкам и видим циферку 1. Это какой-то пароль, наверное, да? Так, возьмем лук. Так, цифра 1 запоминаем. Дальше, тут что-то еще есть. Еще какая-то циферка. Так, цифра 3. Ага, 1, 3 и идем по стрелочкам. 8. Отлично, 1, 3, 8. Наверное, это пароль. Так, да, ребят, мы большие молодцы, мы угадали. Здрасте. Привет, привет, чучело. А вы что за демоны такие? Бабах! Ух ты! Прикольно, мне понравилось. Так, давайте, ребят, уничтожим всех этих страшных... я чуть вниз не упал, вы видите, какая тут высота? Уничтожим всех страшных демонов и пройдем это испытание. Так, я предлагаю вот отсюда пройти. Текс. Здесь, смотрите, они со всех сторон и очень близко ко мне. Надо быстрее издалека стрелять в них с луком, чтобы они до меня не дотянулись. Так, по вот этому тоже стреляем. Проходим. Остался последний, я так понимаю, да? Сейчас я до сундука дойду. О, изумрудики! Я рассказал, мы здесь разбогатеем. Это вообще шикарно. Так, там еще сундук, только здесь надо монстрика уничтожить. Так, отлично, больше нет. Все, больше монстров нет. Алмазы! Я просто стал миллионером. Все, ребята... Теперь можем покупать себе новый телефон. Так, ага, этот сундук мы открыли. Проходим там. Там, ребят, что? Висит замок? А как мне дальше-то пройти? Тут деревянные двери, но я их даже сломать, как видите, не могу, потому что висит замочек. О, ключ! Я нашел ключ, ребят.
Так, нам, походу, надо вернуться немножечко назад и забрать этот ключик себе. Так, вернемся сюда. Аккуратно. Главное не уронить его вон туда вниз. Вот, давайте я со стороны покажу. Вот, смотрите, какая гигантская тут высота. Надо быть осторожней. Так, забираем ключик и... О, вы видели, он чуть не улетел. Он уже туда полетел, но примагнитился ко мне. Фух, наверное, это из-за моей алмазной брони. Чуть ключик не потерял, мы бы отсюда не выбрались. Так, отлично. Нажимаем, открывается дверь, и мы проходим дальше. Лучше бы я там остался, серьезно. Это что еще за новые демоны? Да ё-моё, а где человек за окном? Он где-то там еще должен встретиться, я так понимаю. Так, опа, еще стак алмазиков. Классно, еще алмазики. Так, алмазы это хорошо, алмазы я люблю. Так, давайте попробуем пушками с ним подраться. Эй, здорово, здорово, демоны. А я пришел. Так, у меня броня не помогает. Надо супер броню надеть, чтобы я тут был супер крутым бессмертным. Так, вы что, демоны? Крутые, да? Думаете, я вас не победю, не уничтожу? Но мы сейчас с вами туда быстренько со всеми справимся. Так, отлично. Да блин, они меня окружили со всех сторон. Отлично, слушайте, они этот, не бессмертные, хоть это и демоны. Значит, их можно победить. Так, ой, зарядка села. Пипи, зарядка села. Патроны закончились, хотел сказать. Фух, с демонами справились, друзья. Тут еще один был шалкербокс. Опа, еще изумрудики, отлично. Здравствуйте, алмазные големы, я к вам пришел. Драться я с вами не хочу, может, дружить будем? Ладно, ладно, дружить с вами не буду, хорошо, хорошо. Давайте драться. Давай, подходи по одному я с вами справлюсь. Эй, ты или ты? Кто ко мне подойдет? А, тихо, тихо, ты че такой быстрый? Это ты за своего другана, да? Мстишь мне, ну а тебе? Сейчас я тебе дробовичком, найс, получаю. У меня супер-мега-магические пули в дробовике, которые могут... Смотрите, как странно выгляжу. Я в штанах каких-то с шляпой. Так, бам, получаю алмазный голем магическими патронами, которые всю сталь твою пробивает, весь твой алмазный панцирь. Так, отлично, и остались какие-то страшнейшие эндервизоры. Здрасте, дратуйте. О, пушечки! Слушайте, это хорошо, может я возьму пулеметик? Ключ, не знаю, нужен ли мне ключ, наверное, нет больше. Так, возьмем еще какие-нибудь пушки. Так, здравствуйте, привет. А я с вами с пулеметом вот так вот бабахнем. Давай, сейчас я вас бахну вот так. Да отстаньте вы от меня. Ой, блин, нам нужен был ключ, ребят, тут опять замок. Ах, ладно, вернемся за ним. Так, на тебе. Так, ключ мне все-таки понадобится, оказывается. Заберем ключ и откроем здесь дверьку. Такс, отлично. Па-бам. О, там портал, ребята. Это портал, и там стоит Человек-паук. Человек-паук, я его Человек-пауком назвал. Человек за окном, друзья. Его нужно победить, но сначала скинуть вот этих монстров. Ага, вы меня обмануть пытались, да? Смотрите, ребят, что это такое, я вам сейчас покажу. Кидаем ключ, и все обваливается вниз, летит взрываться. Да, тут надо быть осторожней. Так, я предлагаю сперва, знаете что, попасть с какой-то пушечки. Вот с этой пушки, например. По вот этому монстру, надо в него прицелиться и па-бах! Теперь прыгаем, прыгаем, быстро, 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 быстро! Фух, все обваливается, ребята, падает вниз, взрываться, бах, бах! Так, надо быть осторожней. Так, давайте попытаемся всех монстров уничтожить, что нам? И вот тех уничтожим, ну а тебе с одного выстрела! Так, тебя бы как-то поаккуратнее скинуть. Пэм, блин, все-таки один блок пострадал, перепрыгиваем сюда. Отлично. Здоровенько, здоровенько, человек за окном, а я пришел, чтобы тебя уничтожить. Давайте в него попытаемся с лука стрельнуть. Бахнули. Так, как к нему прийти? Давай, погнали! Здорово! Нет, 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 не скинь меня! Блин. О, я с ним очень быстро справился, чуть вниз не улетел, ребят. Чуть вон туда вниз не упал. Фух, мы справились с монстрами, я нашел портал. Так, что здесь? Ух ты! Крутые алмазные... эти, алмазные, говорю. Зачарованные яблочки. Ху-ху-ху! Это что такое? Супер-мега-крутые мечи. Я, пожалуй, их заберу себе. Не все, но несколько штук возьму. Пушки у меня и так есть. О, тут еще броня какая-то новая. Я свою броню выкину и возьму вот эту броню. Так, давай возьмем.
Так, снимаем, надеваем. Алмазная уже не в моде. Алмазная броня, кому она нужна, когда есть такая супер крутая броня? Да, хватит, дайте мне шлем. Так, смотри, какой я крутой! А? Фиолетовая броня! Ну что, мы можем возвращаться обратно! Ну вот и все, друзья, вернулись мы обратно! Ребяточки, получилось очень интересно и долго, я думаю, на сегодня все. Ну а если вы хотите, чтобы мы посмотрели все остальные ямы, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые серии, ставьте лайки, а с вами был Зомбак, всем удачи, пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!